Добрый день, мои дорогие друзья! Ко мне сегодня приехали гости. А вот и мои гости. Дочка с зятем и с маленьким Егоркой. И бабушка. Егору нет пока еще 2 лет. Но его хлебом не корми, дай покачаться на качелях. Он не пропустит ни одну качель. Иду своим родственникам показать, где находится родник. Я всегда с палочками гуляю днем. А сегодня мы идем уже после обеда. И оказывается, здесь так многолюдно. Кря-кря. Кря-кря. Привет, кря-кря. Кря-кря, привет. Что там за дым такой? Шашлыки? Да. Или пожар? Шашлык. Поверните направо, во двор. Мы приехали в ресторанчик, такой вот по Калужскому шоссе, который называется «Калужская застава». Всей нашей компанией. Вот и все. Здесь очень много беседок, домиков. Очень удобно для празднования дней рождения, каких-нибудь вечеринок. Смотрите, здесь кролики. Так что деткам здесь тоже интересно. Стол переговоров. А вот и детская площадка здесь есть. У каждого домика название. Это Александр I. До этого был Лермонтов. Это Безухов. Денисов. Но я уже, короче, заблудилась и потеряла своих. Так, нашли столик хороший. Дима нашел где-то. Здесь очень много ос. Нас предупредили. Изюминка этого места, что можно сидеть на улице.
Мы сидели за столиком, за свободным, и нам официант сказал, что здесь очень много пчел. И мы что-то пошли, может, кто-то другой найдем. Смотрите, а здесь зооуголок. И кого мы видим? Давай, ничего страшного. Мама тебя поймает там, не бойся. Опа, с папой, видишь? Давай ручки. Соска забыла. Ай, какие оленята. Фоткаешь? С папой сфотографируешься? Этот зоопарк здесь тянется по периметру всего вот этого заведения. А у меня заканчивается зарядка. Так, вот это олени уже повзрослее с такими рогами. Ого-го. Зайчики, курочки, цыплятки. Какой интересный цыпленочек. Какой интересный. Да, 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 да. Какие-то пестренькие. А это кто такой-то? Они боятся. Боится это, оказывается, мух, которые влетают по путям, бросаются. Очень интересный для детишек здесь, конечно, зооуголок. К сожалению, никакого столика нам больше предоставить не смогли. И мы купили шашлык на вынос и едем домой скорее есть, пока он горячий.